Выставка «Метро Экспо» идет полным ходом, и мы рады познакомиться с нашими гостями. Эльмира, добрый день. Расскажите, какую компанию представляете, и вижу, что пришли не с пустыми руками. Да, я представляю компанию «Фрисланд Кампина», мировой лидер молочной продукции. И здесь, в России, мы представляем бренд «Фрутис» в первую очередь, и на выставке «Метро Экспо» представляем бренд «Фрутис». Да, это наш новый запуск. Фреш-йогурты, есть «Фрутис» йогурт с кусочками фруктов и есть, соответственно, молочный коктейль, также с фруктами, направленный на молодежную аудиторию. Соответственно, это наш новый тренд, новая продуктовая линейка, которую мы активно продвигаем сейчас в рынок. Какие самые основные исключительные особенности этого продукта? Потому что йогурт и молодая аудитория — это достаточно такие, ну, несложно сочетаемые вещи, но тем не менее, как бы нужно делать на что-то акцент. Да, но здесь мы сделали акцент, вы видите, вот на таком креативном очень дизайне, молодежном, да. Соответственно, очень креативные вкусы. То есть, например, этот коктейль с соком фейхоа, нетрадиционный вкус, да. И дизайном, конечно же, удобством употребления, что здесь есть трубочка, которая позволяет сразу же употреблять продукт. Креативный дизайн, модные вкусы, все это, соответственно, направлено на то, чтобы привлечь молодую аудиторию. Я предлагаю поступить следующим образом. То есть после того, как наше интервью с вами подойдет к концу, мы все это оставим здесь, продегустируем, и я потом запишу отдельный отзыв и поделюсь своими впечатлениями. Как вы на это смотрите? Конечно, с удовольствием. Супер, спасибо вам большое. Спасибо.